Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, GeoX, и сегодня мы поиграем в ПК-симулятор. Я извиняюсь, что опять неделю не было видосов, я просто смотрел, как будет эволюционировать, так сказать, последнее видео про вирусы, и я удивился, что там 80 типа лайков и один дизлайк, что-то с хейтерами не то, по-моему. Ну, собственно, спасибо вам, конечно. Ну, и меня там просили сыграть в хардкор, снова поиграть в ПК-симулятор, показать, как собирать майнер. Что ж, сегодня я решил поиграть в космосе. Да, в эту игру я буду играть в комнате, которая находится в космосе, и в хардкор. Так, сейчас загрузить игру. Лол, new scene. Сколько у меня тут миров? Вот, видите, буква Х, это у нас, значит, хардкор. Так, new scene, естественно, так, расширенные опции, хардкор, и отключаем гравитацию. Все, я сейчас буду в космос, иди нафиг. Так, все, начинаем. Создать. Загрузочка, ага. Все, в данной игре, точнее, в данном уровне мы не можем майнить деньги путем нажатия кнопочки. Так, а ты чё? А здесь кондиционер не работает, то есть мы не можем охлаждать комнату, чтобы процессор работал получше. Ничего себе. Так. Ой, ё-моё, опять этот ад. Он все еще из прошлой серии, он еще остался. Ах, да, печально то, что... я не могу найти выключатель. А, где выключать? А, вот, собственно, слава богу. Так, значит, с прошлой серии, с 5 мая, до сих пор не вышло обновление ПК-симулятора, что прискорбно. Так, давайте заходите в магазин. Найдем сейчас тут все, что нужно. Системный блок ITX, давайте вот этот беленький купим. Так, а ты что так медленно прилетел-то? Сейчас, иди сюда. Молоточек нужен в этой версии, он все-таки нам... Что такое? В этой версии он нам все-таки пригодится. Ну-ка, давай сюда. А, отлично. Ой, ёлки-палки, мы же уже в космосе. Так, ты подожди. Не улетай, ты мне понадобишься. А ты чё прицепился? Сейчас, погоди. Так, ты должен вот так быть, значит. Ага. Сейчас я тебя к стеночке прессовать, чтобы ты не упал. Сейчас, давай. Приземляйся. Приземляйся, чувак. Ой, как же сложно, это же невозможно просто. И деньги майнить нельзя, и все летает. Чертям непонятно. Тихо, останься здесь, пожалуйста. Молодец. Ой, все летает, ни хрена непонятно. Это же сейчас просто задолбешь все убирать. А где молоток? Где молоток? Он мне сейчас весь компьютер несет здесь. Подожди. Куда молоток делся? Вы че? А, вот молоток, ты летаешь здесь. Так, подожди. Мне еще должны принести материнскую плату. Где моя материнская плата? Ой! Что? Что-то упал. Так, мне нужна материнская плата Micro ITX. Где она? Вот она. Так, лежи здесь, никуда не убегай. И процессор сразу. Дорогой не буду покупать. Вот этот i3 куплю. Ну, я купил, где процессор мой. А, он там застрял. Нет, он застрял там. Ничего себе. Так, вот хорошо. Ой-о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 й
Ой-ой-ой-ой. Ты подожди. Не, коробку засунь туда назад и вытащи его оттуда. Где процессор-то? Остань его оттуда. Вот он! Вылетел таки, подожди. Слава богу, я его выковырнул, короче, коробкой оттуда из этой дыры. Материнская плата летает здесь. Ты подожди. Да ты не летай. Подожди. Ой. Ща. Сейчас, подождите. Ща я... Опа! Во! Отлично. А ты да-да-да-да. Хотя нет. Ты пока здесь повиси. Ничего никуда не улетай. Ты можешь встать на месте, пожалуйста? Все. Все, я за тобой скоро вернусь. Никуда не убегай. Так, материнская плата, системный блок, блок питания, видеокарта, кулер, вот, с подсветочкой. Ой, как ты выкатился, просто прекрасненько. Еще и схватил так ровненько. Ну-ка. Так, подожди. Кулер в космосе, это так нереально делать. Вообще, так вот космонавты будут собирать комп. Все. А, нет, не все, еще оперативная память нужна. Только не сбей там ничего, подожди, сейчас я по-бырому. Оперативная память, какой тебе? РГБ... Вот этот. Стой. Назад. Где моя оперативная память? Ты внутри, что ли? А, вот она. Стой. Подожди, что ж ты крутишься по всем своим осям? Кто тебе разрешал переворачиваться? Ты вообще почему перевернулась? Каким причинам-то? Да ёшкин кот. Ты куда полетела? Стой, встань на место. Стой! Всё что-то куда-то летит, я же не вижу.
Эй, эй, подожди, я еще не закончил с тобой. Я еще не закончил тебя собирать, чувак. Точнее, материнка. Все, молодец, переворачивайся. Да твою дивизию, я же не... Ой-ой-ой, как же сложно. Во! Спокойно. Ты можешь повисеть спокойно? Я сейчас тебя... Я тебя разобью нафиг, ты не поймешь ничего. Вот. А, отлично, все, виси около стенки, как картина. Маслом. Так, мне еще нужен этот. Мне же еще блок питания нужен. Только бы на все хватило, елки-палки. Так, на 5 терабайт память. Как вы здорово вылетаете. Вот только процессор там что-то застрял. А вы прям вообще прям четенько. Ты все еще здесь? Это хорошо. Хорошо, пожалуйста, не переворачивайся. Мне будет трудно вставлять. Ты вот так оставляешь. Я сейчас блок питания еще вставлять придется. Подожди. На видеокарту, правда, не хватит, но как майнить деньги без нее? Так, блок питания. На 150. А какая видеокарта есть? Только за 400. Подожди! Отдай. Так, все. Угу. Угу. И монитор. Ёлки-палки, он ровно 200 рублей. Ой, 200 рублей. 200 долларов стоит. У меня как раз 200 долларов осталось. А если бы не хватило? Ёшкин кот. Ну-ка, неси сюда. Ой! Нифига себе. Молотчик просто. Конечно, без монитора никак не получилось бы. Ты можешь, пожалуйста, успокоиться, чувак? Выберите монитор. Вот монитор. Выберите комп. Вот комп. Ты долго там висеть будешь? Ты подожди. Поскольку у нас здесь беспроводные компьютеры, мы можем... Так, пожалуйста, остановись. Не надо вращаться. Ты должен оставаться на месте, в невесомости. Нет. Вот так. Во! Запускаем. Ты-то можешь летать, короче, спокойно. Во. Отлично. Так, добывай денежки мне. А я пока здесь приберусь немного. Ты вообще добываешь мне? А, все добывает. Так, мне нужно накопить денежек на видеокарту, чтобы я мог добывать биткоины, а потом переводить их в... Так, давай, потом я мог их переводить в деньги на реальные. Не в реальные, а в доллары. О, у меня уже 15, я не заметил. Чего вы здесь летаете-то? Так, некоторые просто висят в воздухе, даже не двигаются. Круто сделали. Ты подожди, ты чего вылазишь-то? Я родился. Ну-ка, открой. Точнее, открой, закрой. Все, баба Маня забрала коробочки. Закрой, открой. Чё с такое? Да подожди ты. Ой, боже ты мой. Так, коробочка из совпада обручального кольца. Без света. Так, вот давай сюда, отлично. Где еще коробки есть? Ёлки-палки, что происходит? Ты чего? Я тебе сказал, твое место на свалке. Так. Здорово. Закрой. Открой, открой. Да блин, а. Давай. Не тупи, не дури. Все, отлично. О! Все, отлично. Ты что собралась там делать? Ты мой комп сейчас сломаешь. Убери отсюда. Стой на месте. Так, вот еще одна коробка. Все эти доски запихать туда в невесомости будет почти нереально. Эй, я тебе приказал сюда идти, все. Да что с крышкой-то? Иди, нормально. Отлично, открылось так. Ну, я попробую, конечно, доску туда запихать, но это что-то нереальное, наверное. Ну-ка, вот так. Блин, а, отскочила немножечко. А вот так все будет нормально. Все, одна доска убрана. Ну, в принципе, остальные не сильно мешают. А ты что летаешь-то? Монитор висит. Да вот можно было, в принципе, представить, что такое было бы, если... Как собирать комп невесомости? Как бы это выглядело? Можно было не покупать столько оперативной памяти, все равно мне это приносило бы 1 доллар в секунду. Я могу ко мне процессор разогнать? Нет, сейчас. Ну-ка. Аккуратно, чтобы не взорвался. Все, я разогнал процессор. Думаю, он не взорвется.
Будем надеяться. Жалко, что нельзя градусник использовать. Я бы так бы его бы впёк сейчас на полную. Так, давай. Нет, все равно можно $1 в секунду добывать. Это печально. Запускай. О. В невесомости есть один плюс. Можно наблюдать за компонентами, как они вращаются, как работают. Прикольно все это. Кстати, если собирать майнер, то у него настолько сильный блок питания, 2000 В, он аж гудит. А вот эти все не гудят, к сожалению. Так, ты еще висишь. Кстати, он просто завис. Вот эта вот крышка и вот этот вот монитор, он просто завис. Он даже никуда не смещается, ни на пиксель. Это молодец. Молодец, процессор. Ой, то есть монитор. Ты чего летаешь-то? Подожди. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Прикольно, там все эти вентиляторы проработаны, все эти запчасти. В игре, как его там, Disassembly можно разбирать такой комп. Там только все, естественно, понатуральнее будет. У нас только один жесткий диск, а то висит где-то, не пойми где. Ой, еще долго добывать, короче, ребята, я уж не знаю, это прям... Прям вообще хард какой-то. Самый дешевый стоит всего лишь 400. Ну, только с ней я смогу набывать биткоины. Так. Если я перевожу биткоины... А на харде биткоины переводить нельзя, потому что кнопочку убрали добывание денег вот здесь, вот с угла. Это может означать только одно, то что... Сейчас накопление на видеокарту будет просто никчемным. Именно поэтому давайте будем продолжать апгрейдить компьютер без видеокарты, потому что это все равно будет просто бесполезным занятием. Сейчас я куплю себе RGB память, потом вон она летит уже, я ее вижу. Блок питания, что тут? Блок питания на 1 терабайт купим. И прям вообще молодчик, подожди. Вылазь отсюда. Да вылазь, Эльдар! Вылазь, 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 вылазь! О, где? Вот она. Отлично! Ой. Сорян, а ты откуда здесь взялась? На 1 терабайт память. Ой. Ну ладно, все равно. Да встань. Все нормально, перезагружаем. Все равно, видите, $1 в секунду. Это просто хард на самом деле. Давайте оценят. Бенчмарк проведем. Процессор не хило, графика хила, потому что у нас ее нету. Оперативная память не хила, и память хила. Так себе. Ну и в итоге 20 тысяч набираем, и фиг бы с этим. Тут можно настраивать для RGB кулера и прочего всего там. Давайте вот это выберем, посмотрим, чем он отличается. А, елочное мигание. Пахнет говном. И еще можно даже цвета настраивать. Расширенные настройки. Все это можно поменять здесь. Что-то. Я этого не буду делать. Тут можно тип fade, тип known. Неважно, короче, ребята. Также с каждодневного магазина можно заказать VR-очки, которые, в принципе, абсолютно бесполезные, потому что в них просто мир черный. Ну и сейчас, естественно, накопить на это будет просто невозможно. Потому что серия и так уже, наверное, затянулась. Ну и меня еще просили показать, как собирать майнер. Что ж, давайте я это сделаю. Так, домой. Это у нас все сохранено. Заходим в старт. Заходим. У нас тут есть обучение, как видите. Вот есть обучение. Здесь есть стекло, монитор, сразу комп приготовленный. То есть ничего заказывать не надо. Даже магазин отключили нам. Вот эта вот коробка, майнер, она заказывается из магазина в самом конце, где вы найдете корпусы. То есть вот это вот сами... ПК-блоки, в самом низу будет находиться майнер. Вот это вот верхняя полосочка, это для видеокарты, а здесь все для компонентов. В майнер идет только маленькая, это материнская плата, Nano ITX, тут вон квадратами все подсвечивается. Давайте ее сейчас по-бырому соберем. Нам предлагается Celeron G3920 или 920. Самые такие фиговые процессоры. Так, подожди, мы что, в невесомости? А, нет, все, мы не в невесомости. Да, в майнер может вставляться до 2 слотов памяти, а так, в принципе, собирается как обычный комп. Ну, собственно, вот вы видите, да?
Память кладется вон с той противоположной стороны на самый низ. Блок питания кладется вот сюда. А кулер кладется непосредственно на материнскую плату после сборки процессора. Ну а далее, естественно, идет оперативная память. А большую материнскую плату можно вставлять в компьютер. Но поскольку запчастей у нас попросту не хватит, я соберу сейчас майнер. После этого готовую вот эту Nano ITX мы можем вставить вовнутрь. Только она влезает. И, к сожалению, можно использовать только слабые эти кулеры, не вертикальные. Потому что вертикальные просто сюда не влезут. Ну, а так майнер используется в качестве добычи биткоинов только с только с графическими картами. Поэтому потребуется видеокарта, и ее надо ставить вот на эти полосочки красные. Тут в зависимости от того, какой у вас мощности вот этот блок питания. Ну что ж, давайте подсоединим данный майнер к компу. Так, нет. Выберите монитор. Монитор вот. А выберите компьютер. Компьютер вот. Настройка завершена. И вот тут внизу находится кнопочка. Нажимаем ее. Все начинает работать. И в итоге добывать биткоины мы не можем. Только потому, что у нас нет видеокарт. Ну а в дальнейшем, естественно, можно. Чего так долго грузится? Ой. На майнере не может быть программ. Это очень большая проблема. А на графике, как видите, у нас все слоты пусты. Я думаю, я понятно объяснил. Тут обучение всегда было. Вы всегда можете понять, как это работает. У меня, по-моему, даже было. Загрузить игру. Сейчас я попробую найти. Может быть, здесь что-то у меня было? Нет, это просто пустая комната. Интересно, зачем? Ладно. Домой. Старт. Загрузить игру. Так, уйди, пожалуйста. New Scene. Здесь просто комп стоит не открытый, не распакованный. Очень странно. Так, ладно. Тогда давайте загрузим игру. Аллах, у меня там испорченный, к сожалению, майнер. Поэтому я выбираю большую комнату. А, нет, здесь есть средняя комната, большая комната и еще одна двухэтажная. Вот это да, так. Гравитация, все норм у нас будет. Сейчас я здесь напишу майнер и соберу вам другой майнер, чтобы показал. Ереван Плаза? Что? Майнер? Да ты дебил, какой нерв? Куда ты нажимаешь? Майнер. Создать. Так, создаем. Вот она, двухэтажная комната. Проход на нее есть вот здесь, а так она все та же самая, как большая, только... Большая, вдвойне большая. И градусник есть. Ры-ры-ры-ры-ры. Ой, как весело. Ля-ля-ля. Ладушки, ладушки. Короче, хрен с этим. О, а здесь нету ада. Отлично, слабо. Хотя бы ад на большой комнате убрали. Так, ладно, нормас. Давайте быстро закажем. Вот, спускаемся в системный блок. Вниз, майнер. Покупаем майнер. Затем процессор. Я... чуть. Ты что, сумасшедший, что ли? Так, теперь покупаем процессор. Не знаю, какой. Вообще пофиг. i7, наверное, возьмем с вами. А затем нам потребуется оперативная память. Давайте на 8 гигабайт куплю. Потом видеокарта потребуется нам... А, нет. Материнская плата Nano ITX. Затем монитор, соответственно. А память. Неважно какая. И блок питания. Ну, блок питания. Давайте сейчас я быстро намайню. Вот так. Заработать нажимаю, и все будет норм. Так, ты чё? Я же, у меня хватает денег. Откроем газ. Тихо убери. Закрыть объявление. 300 вольт или ватт, я фиг знает. Так, короче, монитор, ты здесь валяйся. Так, ты иди сюда. Значит, процесс мы отсюда вываливаем. Это убираем отсюда. Ой, извиняюсь, ребята. Вылезаем от помещения. Сейчас. Так, это мы вставляем вот сюда, да? Потом, что здесь у нас находится внутри, я не пойму. Сейчас я поберу. Так, это мы вставляем. Непонятно, какого угла он стоит к нам. А, все, понятно. Вот эту память вставляем вот сюда. Теперь, что здесь у нас находится? Здесь у нас что, пусто? Да, здесь пусто. Здесь у нас еще... А, вот в этой вот коробке нам привезли... Так, в этой коробке нам привезли... А, у нас еще кулера нету. Так, вот это вот хрень вставляется вот сюда.
Потом, что у нас еще не хватает? Что у нас тут? Тут ничего нет, странно. Опять-таки повторюсь, ладно, давайте купим кулер. И не вертикальный, я уже об этом говорил. Так, побольше денежат. Отлично. Так, кулер. Кулер с подсветочкой. Так, вытряхиваем, вытряхиваем. О, отлично. Так, ты иди сюда. О, нифига себе, мы поставили, прикол. Так, материнскую плату мы убираем вовнутрь, примерно вот сюда, в серединочку. О, отлично. Значит, еще не забыл. Ну, и осталось только видеокарту заказать. Так что давайте я сейчас быстренько намайню около 1000 монет, чтобы заказать какую-нибудь престижную видеокарту. Ай, блин, задолбала реклама. Не просто так дают майнить эти монеты, а так рекламы здесь нету. Так, сейчас. Материнская плата, видеокарта, вот. RTX 2080, короче. Не буду я задумываться ни о чем. И, короче, здесь можно вставить, по сути, на все эти палочки видеокарту. Вставляем наверх. Наверх. Вот так вот. Все. И можем нажимать на кнопочку. Далее можно просто привязать вон тот монитор. Монитор. Монитор, ты живой? Нет. Бать. А, бать? Да ты чё? А, во, и компьютер. Компьютер, вот он. Все, настройка завершена. Он кверх ногами стоит, короче, вообще офигенно. Ну, после этого можно майнить биткоин, а потом переводить их в доллары. Ты чё? А, во, все нормас. Ну-ка, вот так, вот так. Да неправильно. Ну, в общем, вставай. И вот так-с. Не падай. Как ты так стоишь по-китайски? Так, вот так, вот так. О, все, да, можно далее нажать на вот эту вот вкладочку, где биткоин и кирка нарисованы, и заказать, и нажать биткоин. После этого будет добываться биткоин, потом вы нажмете на плюсик в правом верхнем углу, там напишите любую цифру, 100, и у вас как по максимуму будет, вы нажмете вывести. Все, это будет равно 10 долларов, короче. Ну, и так вы можете намайнить сколько угодно денег, потому что биткоин довольно дорогое удовольствие. Да ты иди отсюда. Хорошо, что можно закрыть так. Вот, в каждодневном магазине можно купить VR-очки. VR-очки, по-моему, продаются вот здесь вот. Да, они светятся в темноте. Иди отсюда. Ой! Так, VR-очки. Сейчас я выключу свет. Так, вот, VR-очки светятся, да, потом можно к ним подойти, нажать на вот эту кнопочку в правом углу верхнем и зайти в виртуальный мир, в котором всякие тут загрузочки идут, и в итоге мы играем в игру в игре. Что это за игра, понятия не имею, что мы здесь делаем, я тоже понятия имею, но мы будем сражаться между каких-то колобков роботов, которые самоубийцы, короче, как-то не суицидники, они убивают нас и себя, они взрываются, потом происходит бабах, потом говно разлетается во все разные стороны, потом взрыв, потом бабах, история и конец. В общем, так рассказывает ребенок 3 лет, как я. Так, вот они начались. Тихо, отсюда идите нафиг. Ой, все, меня один ранил. Ой, все. Короче, их надо убивать, по ним надо стучать по голове им, и они будут подыхать. Но их тут очень много, поэтому я буду спасаться бегством. Ой, их тут очень много. Ты подожди. Вас тут слишком много. Ай! Какой-то фонарь стоит. Ты подожди, я ж не вижу. Ой, тут какие-то досочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Идите нафиг, роботы сраные, ты чё? Беги, чувак. Ой, они меня хотят обойти фланга. Ты чё? Если я сдохну, то я проиграю. Это логично. Ой-ой. Ой, идите нафиг, а? Они там, кажется, взрываются. Чё-то какой-то пипец. Беги. Я вообще не знаю. Я сейчас в тупик упрусь. Вообще, это мне конец тогда. Ой, они везде, чуваки. Так, это чё, дом? Не пойму. Да их тут толпа целая. Как вас тут обвести-то? Вы чё, лохи, что ли? Эй. Эй, кто-нибудь на помощь? Ой. А! Нет. 16 хп. Я валю. Как мир прорисовывается. Вообще жесть просто. Ой, и ты еще один здесь. Куда мне идти-то? Вы чё? Где мне чё искать-то?
В чем смысл этой игры? У нее как бы нет смысла, потому что этих роботов можно только убивать, но это ничего не приносит. Я вернулся назад. Ладно, я буду спасаться. Ой, еще один. И нафиг, я тебя убью. Все, ты сдох. Давай. Ой, они меня сейчас убьют тут, нафиг, я же должен это. Ты-то что за мной хочешь? Я сейчас... Ой. Сдохните, все, нет. Я должен скрыться, они меня потеряют, как было реально. В самом начале они меня просто не найдут. Я сейчас сверну за стеночку, они упрутся в стеночку и не найдут меня. Беги. Куда я бегу вообще, не пойму. Давай. Давай. Нет, только не сюда, ты подожди. Тихо, я забьюсь в угол, они меня не найдут здесь, да? Все. Нет, пожалуйста, не надо, не убивайте меня. Скотина, нет, не везде. Нет, игра окончена, нет. Ну ладно, нафиг отсюда пойду. Ну, собственно, ребята, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк и подпишите на канал. Пока не выйдет обновление до ПК-симуляторов, новых видео по нему не будет. С вами был GeoX. Всем спасибо и всем пока-пока.